Всем бобра. Но. Готов к отъезду? Да, готов. Пора нам ехать дальше. Следующая остановка – Тенебра. Тенебра. Так, ну здесь все рыбка, все выполнено. Поставь, что там за девица платится. Да ладно, думаю, здесь все. К отправлению готовы? Да, отправляемся. Тогда садитесь. Сейчас поедем. Мы тут, если что. Да, мы тебе поможем. Залезай! Мы поняли друг друга. Несомненно. Эй, тут ступеньки. Ты уже не торопишься? Не такой ценой. Согласен. Сердце короля. Типа еще одна глава закончилась. Что-то это вообще кажу. Нет. Я весьма прекрасно большой. Да, конец головы, ты посмотри. Так то уже было 10-е, теперь уже 11-е, во тьме, это пиздец. Три главы пролетели очень быстро. Давай быстрее. Быстрее. Приятно вот так вот ехать. Да. Когда прибудем в Гралею, сядешь за руль? Если дадут. Хорошо, что у нас вообще есть регалия. Мы у первого секретаря в долгу. Вот если бы она нам еще скидку сделала. Эти рации великолепны. Помню, когда бушевала Гидрея, посреди имперского отступления один приметный корабль остался позади. Корабль канцлера. Последнее, что я успел увидеть, его корабль, идущий в сторону алтаря. Я потерял сознание
и был не в силах его остановить. Я рад, что ты остался в живых. Здесь есть кто-то еще? Гладио, он только что вернулся. Куда он уходил, кстати? На разведку. Я услышал кое-что важное. Задание выполнено. Хорошо. Так что ты услышал? Что ночи удлиняются. Рассвет наступает все позже и позже. Об этом говорили еще в Люцисе. Но в последнее время этот процесс идет уж очень быстро. Я боюсь, что если так пойдет и дальше, то скоро... Рассвета вообще не будет. Абсолютно не исключено. Империя угробила уже половину из шестерых. Неудивительно, что мир трещит по швам. Ну, наверное. Чем дольше ночи, тем больше демонов. Мы это лично видели. Я слышал, как другие пассажиры обсуждали этот феномен. И отправил вашего покорного их разыскать. И ты разыскал? Ну, не будем заставлять их ждать. Не будем. Я сейчас. Да. Где, Нокт? Ты это видел? Нереально просто. Да. А чё там? Никогда не видел ничего подобного. Это бред какой-то. Что происходит? Загадка. Пойди пойми. Не нравится мне эта снежная туча. Прямо морозом по коже. Кто мог такое сотворить? Какого черта ты тут делаешь? Ты чего дерешься? Полегче, приятель. Неожиданно. Заткнись! Осторожней. Погоди, ты что, серьезно? Ну-ка, покажись! Знаешь, Нокт... А! Вот сволочь! А почему здесь, если он туда побежал? Хватит, Нокт! Ты меня пугаешь! Серьезно, друг, хватит! Издеваюсь надо мной, брат. Это небезопасно. И вообще, что ты скандалишь? Хватит уже дурить. Это смешно, по-твоему? Друг, ты серьезно меня убить хочешь? А почему бы и нет? Вот ты и попал. Что ты затеял? Зачем ты за мной ходишь? Это ты виноват? Да ты вообще о чем? Ты все это серьезно, Нокт? Разумеется, серьезно! Ты мне зубы не заговаривай! Слово сказать не даешь! Постой, не надо так! Секунду, давай поговорим! Ну нет! Так, что-то мне кажется, это был глюк, и он на самом деле кого-то из друзей.
Эусчела, блядь. Эусчела. Эусчела. Нокт, ты в порядке? Нет. Где Ардин? Он что, здесь? Тогда понятно, почему здесь творится всякая жуть. Небось, он и остановил поезд. Игнис и Гладио ушли проверить локомотив. А мы проверим хвост поезда. Да. Всем сохранять спокойствие. Не дергаться. Похоже, поезд окружили со всех сторон. О. Это что, бомба? Но надо защитить людей. Нихуя, это что-то новенькое. Идите в другой вагон! С солдатами мы разберемся. Ничего себе поездка! В поезде могут быть еще солдаты. Идем в хвост! Нужно, чтобы поезд поехал дальше. Игнис и Гладио наверняка что-нибудь придумают. Надеюсь. Пошли. Как думаешь, все очень плохо? Всему, да. Их нельзя пускать в поезд. Тогда мы сами нападем на них. Так, имперские штурмовики и самоубийцы пытаются взорвать поезд. Уничтожьте их, пока они не подошли слишком близко. Если поезд получит слишком много повреждений, игра закончится. Поезд здоровый! У нас гости! Это сейчас будет весело! Поднялся на ноги! Против целой армии. Какие шансы на победу? Да ничего вы тут. Он готов ко второму раунду! Хороший
Денис вышел на связь. Сказал еще немного, и можно ехать. Наконец. Ну все, погнали! Он поднялся на ноги. Дэнни! Выкатили крупный калибр! Громко! Назад! Так, открыл выбор поезда, телепортируйся в танк, уничтожьте его, пока он не выстрел. Поезд был слишком много, игра кончена. Но! Он готов ко второму... Но! Скорее! Пешки бы корабль также открыли огонь по поезду. Телепортируйтесь дредноутом, пробей снегом. У меня больше нет. Как долго ты был слеп? Да ёбаный ты в рот. Че, ты за промф-то что ли все бегал? Не мог мне сказать? Мразь. Уже 12, конец света. Я херею. Да. Король должен, сука, исполнить его. Все.
Проклятие! Что? Игнис, надо остановить поезд! Я столкнул Промта с поезда. То есть я думал, что это Ардин. Не знаю, где он, но бросать его нельзя. Нокт, я не меньше тебя беспокоюсь о Промте, но если остановить поезд, мы все вместе с пассажирами станем легкой мишенью для демонов. Что же делать? Сперва высадим пассажиров в Тенебре. Мы скоро туда приедем. А как же Промта? Учитывая вмешательство канцлера, вряд ли он сейчас там, куда упал. Наверняка он постарается выйти на связь. Будем ждать и надеяться. Ты можешь добраться сюда. Со мной Гладио. Вы там целы хотя бы? Да. Ладно, иду. Сейчас приду, только зайцев высажу. Да, где мы? Может быть еще хуже. Да вот же они все висят, сидят. Пиздец их здесь сколько. Я так долго не выдержу. Все вроде бы на стенах их уже меньше. О нет. Еще, блядь, больше. Это еще что? Нихуя тут. Дичь какая-то. Тебя же убили. Выполнено. Давно не виделись. Аранея. Это все была твоя работа, да? Здесь не все так просто. Пойдем, узнаешь, кто это устроил.
Рассказывай. Я внимательно слушаю. Да надо же, блядь, утопал. Что у тебя с глазами? Так, досталось немного. Ты видишь? Боюсь, что... нет. Да, очень плохо. Мир жесток. Космогония. Кольца перед тем, как погрузиться в вечный сон, шестеро завещали людям последнее сокровище кольцо. Но этот дар богов был слишком могущественный, чтобы кто-то из людей мог им воспользоваться. По прошествии времени это кольцо все же попало в руки человека. Я думаю, кольцо о всевластии, да? Наделено божественной силой и превратилось в символ королевской власти. Тебе нужно к врачу. Что ж, судя по всему, совсем скоро мы поедем в Альтиссию. Отлично. Чем скорее, тем лучше. А с вами вроде был еще один? Да. Был. Мы его потеряли. Он погиб? Я не знаю. Раз не знаешь, так и не хнычь. Ну, а пока разберемся с тем, что есть. Если это не твоих рук дело. Здесь были демоны. Пушечное мясо имперской армии. За которую ты сражаешься. Раньше сражалась. Теперь мы вместе с моими бойцами работаем спасателями. Ты говорила, что хочешь помочь. У нас есть одна просьба. Да. После того, что ты рассказала, вести пассажиров дальше мы не можем. Хорошо. Оставьте их на меня. Только кто поведет поезд? Да, действительно. Может, ты знаешь кого-нибудь? Да, знаю. Даже двоих. Двоих? Вот эти двое. Бикс и Ведж. Не волнуйтесь. Драться умеют. Но не любим. Так что делать-то надо? Вести поезд в Гралею. И это все? Кого же мне еще просить, как не вас? Это точно. Сделаем. Я благодарен тебе за все, что ты для нас делаешь. А, не за что. Может, даже вы как-нибудь перепихнетесь с ней. Спасибо за помощь. Рады помочь. А вот погода будет вам скорее мешать. Верно я говорю? Верно. В ущелье особенно. Там такой мороз. Наверное, потому что там лежит хладный труп богини льда. Ехать далеко, так что вы лучше оденьтесь потеплее. Я, кстати, видел женщину из поместья. Служанку из дома Флёре. Она тебя искала. Хотела сказать тебе что-то очень важное. Правда? Значит, мне надо ее найти. Значит, вы порвали с Империей? Да. Мы могли помогать людям, лишь уйдя из армии. Леди Анна и так уже была поперек горла. Леди А? А, капитану Аронеи. А. В столице остались одни демоны. А кристалл просто так валяется. Никто в армии на такое не подписывался. А мирные жители? Заперлись по домам. Либо они уже померли все, либо очень хорошо прячутся. Я знаю, сколько и ты. Мы будем ждать в поезде. Сообщи, когда будешь готов отправиться. Да, пойдем. Ситуация... да. Ухудшается.
собственно, сама цель. Бабушка. Неужели это вы, принц Ноктис? О, да. Благословенные звезды. Каким же славным юношей вы теперь стали? Я Мария, служанка из дома Флёре. Не думаю, что вы меня помните. Боюсь, что нет. Ничего. Неважно. Куда важнее то, что я хочу вам рассказать. Леди Лунафрей рискнула всем, чтобы вынести кольцо из цитадели. Она отдала его вам. Да. Хвала звездам. И лорд Равус будет рад узнать. Что? Убрашься? Мое тело начинает предавать меня. Нет, я не могу его взять. В смысле, она и умирала? Примет его от тебя. Твое предназначение — передать кольцо королю и вселить надежду. Не сдавайся. Но у меня не хватает сил. Найди их, Лунафрея. У тебя хватит силы воли. Ступай. И открой Ноктису свое сердце. Вы ведь теперь поедете в имперскую столицу? Да. У лорда Равуса хранится глефа короля Региса, и он очень хотел вернуть ее вам, принц Ноктис. Хотя, конечно, вам будет нелегко найти друг друга. Мы обязательно встретимся. Молюсь, чтоб так и было. Так, все, да? В поезд не вернулся. Кристалл, помнишь, я говорила, что его спрятали? Да. А что? Они сейчас вообще никого к нему не подпускают. Даже императора. И того не пускают. У яйцеголовых есть такая теория. Будто бы кристалл чем-то опасен для демонов. Они считают, что именно поэтому канцлер и подбил императора на похищение кристалла. По крайней мере, это многое объясняет. Почему короли всегда охраняли кристалл? И как им удавалось не пускать демонов? Короче, пока ты не вернешь себе свое, все так и будет продолжаться. Мне казалось, раньше кристалл должен призывать хранителей, а не становиться им.
О, торгаш. Что у тебя есть? Ты мне надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Что есть? У меня это все есть. Ну-ка, продать. Синий чекер. Звездный полон. Да? Девочка. Принц Ноктис, а вы были рады, что женитесь на леди Лунафрей? Она была так счастлива, что станет вашей женой. Так радовалась, когда ей привезли платье. Знаете, принц Ноктис, она вас так любила. Я... Спасибо тебе. Сначала отец сына избранного своего судьбу оплакивал. Но оба покой обрели в Тенебре. Их страхи не оракул развеял. Но девочка, истинной силой владеет она. Я не могу ничего предложить королю, кроме моего голоса оракула. Но я боюсь, что Ноктису это может показаться глупым. Но побыть с ним еще хоть один раз, пусть ненадолго, даже совсем ненадолго, было бы для меня как исполнение самой заветной мечты. Я не хочу направлять его, просто хочу всегда быть рядом с Ноктисом. Она боялась, что свадьба будет вам в тягость. Но ведь это не так? Нет, вовсе нет. Увидим ли мы снова рассвет? Во что при...
давно не светает. Похоже, эта ночь никогда не закончится. Как такое вообще могло случиться? Я только 20... Только 11 ночи, блин. Давно. Клянусь, что видел гигантскую змею. Ты тоже? А я-то думал, что схожу с ума. Вы ведь жених леди Ланафрей, да? Хотите, расскажу секрет? Да, слушаю. Все знают, что леди Ланафрея любила цветы. А знаете, что еще она любила? Наклейки! Я точно знаю! Да. Поместье сильно пострадало. Оно знавало лучшие времена, как и жители. Им сильно досталось. А виноват в этом всем канцлер. Он и нам устроил веселую жизнь. Напрямую не мешает, но пакостит от души. Есть все шансы, что Промто сейчас у него. Лишь бы он не слишком над ним издевался. Похоже, Равусу повезло не намного больше, чем Луне. Жаль, что мы так и не поговорили обо всем этом. Надеюсь, Глеф и его величество ждет нас в столице. Наверняка, раз он был у Равуса. Лишь бы нас там не ждал и канцлер. До сих пор не верится, что род Флёры вот так прервется. Это странно, но леди Джентьяна что-то давно не чтит нас своим присутствием. Эх, наверное, ей уже нет смысла приходить сюда, ведь крови Оракула здесь больше нет. Потом уйдут и другие, и Тенебра постепенно сотрется из людской памяти. О столице придется забыть. В Гралейской лаборатории творится... Тенебра. В этой стране правит дом Флэри. А верховным правителем является Оракул. Также... По печенью оракулов издавна находящиеся сады поместья Финистала, где растут ярко-голубые силицветы, силал Тенебра. На протяжении многих веков Тенебра поддерживал дружеские отношения с королевством Люцис, но примерно 400 лет назад ее захватила империя и сделала своей провинцией, единственной неподконтрольной Нибльхельму территории оставалось поместье Финистала, которое дом Флери сохранил за собой. Но несколько лет назад там вспыхнул пожар, унесший жизни предыдущего оракула, Сильвы Ви Флери. Ее гибель ознаменовала конец автономии Тенебры и нарастание напряженности в отношениях с Люцисом. Я читаю как пиздец. Нет, у нас сейчас дома. Нам некуда возвращаться. Леди Лунафрея, мне здесь не нравится. Мне страшно. Не бойся, золотка. Я с тобой. Империя объявила лорда Равуса предателем и приговорила к смерти. Я уверен, нападение на поместье тоже было своего рода карой. Не волнуйся, все будет хорошо. Я не понимаю, что я тут делаю. Даже не поблагодарил ее за все, что она сделала. Помолись за нее, в знак благодарности. Еще спрошу об этом у какого-нибудь имперца. А я тогда пойду с тобой. Я вроде бы все собрал. Можно отправляться. Я заменил поврежденные вагоны. Главное, дай нам знать, как только будешь готов. Блять, их вручную менял. Иди в вагон-ресторан. Ну что, отбываем? Подожди, нет, ладно. Сказал, что там вагон и ресторан. Подождем.
Леди Лунафрея когда-то ухаживала за садом с сирецветами, сама поливала их. Как грустно, что весь этот сад сгорел. Прискорбно видеть то, что от него осталось. Приношу извинения за доставленные неудобства. Как долго нам еще тут торчать? Когда поезд снова поедет? А, ну все, можно идти, все отправляться. Ну что, отбываем? Залезай. За мирных жителей не волнуйся, они в моих надежных руках. Чего не скажешь о вас? Будьте осторожнее. Разумеется. Спасибо, Ранея. Еще увидимся. Да это же снег. Эй, залезай давай. Да, иду. Сейчас мне это, да, снежная эта тварь остановит. Скажет, попизди со мной. Попизди, поговори со мной. Давай быстрее сгружайся, а то у тебя есть привычка еще, блять, вылетать. Нахуй. Нахуй вылетать. Здравствуйте, уважаемые пассажиры! Конец дистанции нашего маршрута, столица империи, приятного путешествия! Да пошел ты. После чего я всегда на связи. Какой снег. Неудивительно, что тут так холодно. Видимо, мы приближаемся к трупу Гласии. А трупы благословения не дают. Надеюсь, что ущелье обойдется без происшествий. Меня волнует то, что будет за ущельем. Максима, свободно гулять по поезду, прибытие к местному очищению. Нет, я сотрю поезд. Я могу что-нибудь найти. Регалия, да? И кромешная тьма. Как проедем Гаравас, будем на месте. Долго же мы туда добирались.
там же снежок. Хоть туда иду. Да. Газет. Падение Бен. Просто того, как войско верховного командующего Равуса Нокса Флери потерпели сокрушительное поражение, сражаясь с Гидрой в Альтисе, его приговорили к смертной казни, однако в имперской армии до сих пор не нашли ему замены. Более того, толпы магитех-штурмовиков сбежали из арсенала Халхекса, блядь, и принялись нападать на мирных жителей. Неужели тех, кто отвернулся от богов, наконец-то постигла заслуженная кара? Интересно. А кто это? Ордин, наверное, заёбывает. Алло, что такое? Понял, спасибо за информацию. Кто, чё? Ну а сейчас-то что? Внимание! Да. В чем дело? Как вы могли заметить, мы стоим. Причина остановки внешне, да? Мы проверим. А, ладно. Будем надеяться, там просто снегу навалило. И то верно. Угу. На вагон. Ну и холодрыга! Двигайся, а то замерзнешь. Это все Глассия. Кажется, я ее вижу. Как жаль. Она мертва. Как же холодно. Расчистим тут все, потом пойдем. Да, лучше побыстрее. Да пошел ты. Уже ты мразь. Я так и попробую свою катану. На колени!
мы. Все. Эй, Нок! Что там? Подойди-ка сюда, что-то тут не понял. Так. Понял. Сейчас идем. Подойду. Ага. Не может быть. Ты! Стой! Ах ты, сволочь! Что это? Где он? Где Промто? О, а вот и ты. Я беспокоюсь за твоих друзей. Они упали и не могут встать. Может, поможешь им? Глаза вообще открыл. Джентьяна. Шива? Ты и есть Гласия. И наше прошлое, и наше будущее воплотит король королей. Таково откровение Гласия. Сиси. С давних времен шестеро хранят эту звезду. Шесть несхожих умов, ведомые общей целью. Покровительство богов даровано всем существам, что живут под этой звездой. Даже тем, кто смертен. Их жизнь коротка и хрупка, и они цепляются за пустые надежды. Несущая холод видела, что их надежды не более чем снег под лучами солнца. Но Возжигатель восхищался их силой духа. Он даровал им свое пламя, и человеческая цивилизация расцвела. Его щедрость согрела ледяное сердце, несущий холод. Она полюбила его, и вслед за ним прониклась уважением к смертным. Но вскоре смертных обуяла гордыня.
желали больше. Люди Сольхейма отвергли богов, даровавших им свое благословение. Видя эту неблагодарность, Возжигатель разгневался на людей и тем же пламенем решил сжечь. Но шестеро поклялись защищать эту звезду и ее мир от любых угроз, даже от самих себя. Пламя войны вознеслось до небес, когда на Сольхейм обрушился гнев Возжигателя. Остальные боги умоляли его одуматься. Ефрит, наверное, но тщетно. Когда рассеялся дым, Сольхейм лежал в руинах. Даже нашу звезду избороздили шрамы. Измученные войной боги погрузились в долгий сон. Это предание о нашем прошлом рассказано королю королей, чтобы он поставил в нем точку. В то время, когда шестеро еще спали после изнурительной войны, пришел человек и отвратил Возжигателя от света. Несущая холод пробудилась и поспешила на помощь Возжигателю, но враждебная армия лишила ее сил. Эти полчища вышли из тьмы, которая вскоре поглотит и шестерых, и звезду, что под их защитой. Судьба этой звезды больше не зависит от воли богов. Боги не могут ее спасти. Моего любимого ждет вечный покой. Да. Джентьяна. Мне ведомы чувства Лунафреи. Узнай о них и ты. Когда родился избранный король Ноктис, посланница встретила оракула, Лунафрей. Девочка призвана помочь ему вернуть свет, что она и пообещала. Ее доброе сердце, решительность, доброта и любовь к людям вернули посланнице веру в человечество. Лунафрея, не сходи с ума. Ноктису не стать королем. Он избран. Такова его судьба. Уж ты-то должен бы знать. Я знаю одно. Ты жертвуешь собой. Может быть и так. Но выбор сделан. Если бы... еще хоть раз услышать его голос, рассмеяться вместе, как в детстве. Ты, похоже, мужиков вообще ни разу не видела, да? Это глупо. Если бы могли быть вместе. Не надо слез. Любовь до гроба. Прости меня. Я сейчас успокоюсь. Почему она плачет? Из-за Ноктиса. Потому что она такая же, как все. Как все. Она хочет быть с возлюбленным. Но мечта не сбудется. Ее любовь к королю никогда не потускнеет. И однажды он поймет ее чувства. Джентьяна! Ради звезд? Нет. Ради нее самой. Слова почему будут постоянно услышать? Глаза-то, блин, вот, открыл. И Ноктис обретет силу. Клятва, а мы же не подыхаю было это все сказать, да? Что мы дали друг другу.
Благодарю. Джентьяна. Так и свершилось. Клятва ныне исполнена. Да. Исполнено. Избранный король Ноктис, верни миру свет. Прощай, Ноктис. Луна, мне жаль. Тебе было так тяжело. Луна, ты многое хотела мне рассказать. И я тоже хотел. Уже не смогу. Прости меня. Его так глючит, пиздец просто. Я ни за что тебя не подведу. Да, я знаю. Будем вместе. Клянусь тебе. Чего тут смешного? Эй, очнитесь. Что тут произошло? Нокт, а? Ты в порядке? А? Я видел Гласию. Да? Все нормально. Она уже ушла. Проверьте, как там наши машинисты. Ясно. Ты цел? Да. Все нормально. Пошли. Я могу сохраниться? Но, блядь, не могу. Блядь, где контрольная точка? Мне уже, блядь, пора выдвигаться. А я все тут сижу. Мне кажется, я вправе называть тебя Нокт. Меня коснулось ледяное дыхание смерти, такова уж сила богов. Но затем я вспомнил, что бессмертен. Это и благословение мое, и проклятие. Но все же ты смог причинить мне боль. Моральную. И это после всего, что мы пережили вместе. А, надо было спросить, помнишь ли ты его? Призрак из прошлого. Да? Ну уж нет. Чужой брать нельзя. Где он? Где он? Твой стрелок близко? Где? В столице империи, в Грале. Где же еще? Я уверен, он будет рад тебя увидеть. А ты, может, найдешь свой кристалл? Там сейчас столько демонов, что он наверняка пригодится.
Ну, иди же к своему другу. Не хочу мешать вашей встрече. Цвет, ачивка выполнена. Дыхание Гласси. А я думал, все сейчас вылетит. Да блядь. Вообще прям. Одна за другой. Возмездие. Я не понимаю, почему начало было таким открытым, а теперь все так вот. Думаю, мы уже подъезжаем к Гралее. Да. Думаю, уже пора заканчивать. Интересно, какая она? Сохранение. Дышащая демонами, разумеется. Не напоминай. Как только прибудем, отправимся в крепость Зигнафт. Куда? Это императорская крепость, которая считается неприступной. А еще там кристалл и Бромта. Раз есть вход, есть и выход. Как думаете, кристалл действительно способен изгонять демонов? Само их изгнание и будет доказательством. Мне эта империя напоминает на империю Звездных Войнов, которая напоминает... Ночи становились все длиннее, а орды демонов все сильнее. На фашистов. Если свет кристалла для них невыносим, это может спасти не только Люцис, но и весь мир. Что ж, проверим, как только вернем кристалл. Кто там? В чем дело? Думаю, кто-то хочет нам помешать. Да. Да, блядь, я все не могу никак сохранить. Что за бред? Бред же. Пускают в город, да еще и демонов натравили. Мы уходим, за нас не волнуйтесь. За работу! В чем дело? Оно не появляется! Назад! Бежим! Давай, быстрее! Так, топим.
очень скоро нам будет некуда бежать. Есть предложение? У нас же есть регалия. Скорее! Уже бегу! Но в багажный вагон. Не задерживайтесь! Поехали! А? Жми! Жми, жму! Все, сохрани, которые... Активированы меры безопасности 4-го уровня. Все ворота закрываются. Да подожди, ты постой же. Все, мне пора. Так что... Давай, короче, до скорого. Я думаю, контрольчик сохранился. Отсюда же и начну потом. Давай, удачного тебе дня всего хорошего.